Жень, по-моему, перекресток. Перекресток миров. Так называется маленький клуб, подобный зеленой карете, который образовался 18 лет тому назад. О его существовании мы не знали, но они жили, ходили на наши концерты, и вот только недавно стояла встреча. Итак, зеленая карета на перекрестке миров. Самодеятельная песня «Зеленая карета» за то, что он есть в нашем городе. Когда-то, 20 лет тому назад, мы не смогли угнаться за этим замечательным средством передвижения. И вот как-то отстали, остались на перекрестке миров. Наш перекресток сформировался 5 лет назад. Ну, поскольку от зеленой кареты мы отстали, то петь, в общем, мы так и не научились. Поэтому дарим вам песню, которая родилась в нашем клубе. Мы больше любим сочинять, чем петь. Для тех, кому выпал счастливый билет оказаться в этом зале. Сдавали места, шелестом шумливом в вагоне, амбиции людских суета смущала сердца на перроне. Кто был недостаточно смел, стесняясь, стоял в отдалении. И тех, кто толкать не умел, багажные шли в отделение. Мы в самую тесном сиди, и в щели врывается ветер. Но поезд, что необходим, мы все повстречали на свете, болтая, что только держись. На длинных крутых перегонах мы в эту жестокую жизнь въезжаем с последним вагоном. Не тягостно нам в тесноте, где тряска и холод, и копоть. Здесь нет агрессивных локтей, но чувствуем дружеский локоть. Пусть лязгает дверь, как капкан, от этого нас не убудет. Но здесь расположен сто кран, а значит, отставших не будет. И скажем спасибо судьбе, тепло обошедшееся с нами, что мы не попали в СВ, где едут проныры и хамы. С тех пор поражений нам нет, удача особая с нами. Нам выпал счастливый билет, и поезд летит меж мирами, и поезд летит меж мирами, и поезд летит меж мирами. Спасибо, ребята. Вот еще подарок коллекции вашему клубу. Перекресток миров. Спасибо, зеленый. Они еще будут достойны нашей победы. Они очень долго, 18 лет, не признавались нам, не показывали, глаз нам не казали. Ходили на наши концерты. Как они сами сказали, что они... получилось так, мы... Да. Сказали примерно так. Мы 20 лет назад искали ваш клуб и не смогли найти. И в отместку за это организовали свой. И вот сегодня состоялась встреча «Зеленой кареты» с перекрестком миров.